Здравствуйте, дорогие друзья! Наступает рождественский сочельник перед ночью, перед Рождеством. Один из главных христианских праздников, установленных в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. В русской традиции он звучит так: Рождество памяти Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ну, это почти буквальный перевод с греческого. Праздник установлен в V веке как общехристианский. В связи с изменением календаря, введенного папой Григорием, получилась разница в праздновании. Русская православная церковь и другие церкви празднуют его по старому стилю, по юлианскому календарю. 25 декабря, которое в современной жизни это 7 января. Католики, протестанты и некоторые православные церкви празднуют его также 25 декабря. Такая вот медаль у меня, она изготовлена из металлического сплава, покрыта золотом, исполнение Proof Like. Диаметр ее 33 миллиметра. Обратная сторона — православный крест и надпись: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». Всех причастных поздравляю с этим великим праздником. Желаю всем добра, здоровья и света в сердце и душе. Пока, друзья мои. Ждем.